В следующей паре отношения выясняли клубы из первого дивизиона, Уотфорд и Бернли. И здесь в целом была зафиксирована примерно равная игра, однако все-таки сильнее оказались хозяева поля, и итог матча был решен лишь в концовке второго тайма. На 74-й минуте вывел вперед хозяев Томми Смит. Одну атаку во втором тайме, результативную провели хозяева. Были нарушены правила на подступах штрафной против Хейдера Хельгуссона, футболиста из Исландии. И Уотфорд удвоил свое преимущество за 10 минут до окончания встречи благодаря грамотно исполненному стандартному положению. Бил в этом эпизоде Стефан Гласс. И тем самым перехитрил не только стенку, но и голкипера, который все-таки рассчитывал на то, что удар будет в дальний от него угол. Уже попятился в эту сторону, однако Гласс пробил в противоположную от вратаря Бернли девятку. 2-0, Уотфорд также в полуфинале.